удивление последнее. Те же и жандарм. Жандарм, приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник, требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице. Произнесенные слова как громом поражают всех. Звук изумления излетает из дамских уст. Вся группа, переменившая положение, остается в окаменении. Немая сцена. Вообще-то здорово. Смешно. Мне понравилось. Здорово-то здорово, но не актуально. Сейчас таких доверчивых нет. Все умные. Конечно. Кого сейчас обманешь? Только девчонок. Меня лично не обманешь. Но-но, нас тоже не очень-то обманешь. Конечно, Инна Андреевна, я понимаю. Классика есть классика. Но нам-то это зачем? Лучше что-нибудь современное поставить. Точно. Угу. А мне понравилось. Я бы Хлестакова сыграла бы. Значит, вы считаете, что эта история не современна? Разумеется. Совершенно не современна. А вот представим себе такие предлагаемые обстоятельства. Лето, каникулы, пионерский лагерь. И, скажем, ты ответственный дежурный по лагерю. Я? Энергичный, честолюбивый, очень дорожащий своим авторитетом. Я? Да вы что, я не смогу. Это не моя роль. Ничего, ничего. Сейчас попробуем. Итак, представь себе, что в один прекрасный летний день ты, как обычно, шел по лагерю, придирчиво оглядывая все вокруг. Я пригласил вас, друзья, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К
нам едет хулиган. Как хулиган? Зачем хулиган? Какой хулиган? Самый настоящий хулиган. Вот тена. Тут не было заботы, то он же может нам разрушить план учебно-воспитательной работы. И главное, я буду чувствовал две вражеские лодки под воды. Сегодня мне снились всю ночь. Всплыли, перископы выставили, а сами такие огромные, и тут же уплыли прочь. А у одной в боку дыра и хищный нос, такой предан. И на тебе письмо с утра. Вот говорят, не верь приметам. Что это за письма? Давай сюда. От друга Чмыхова Андрея. А может, шутка, ерунда. Давай, Антон, читай скорее. Сейчас. Ага. Вот с этой строчки советовать тебе я не берусь. Но едет к вам, я это знаю точно, известный хулиган по кличке Гусь. Гусь? 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 В детской комнате милиции на днях поставлен на учет. Вот это гусь. Вот это птица. Зачем он нам? На кой он черт? Снизит показатели, испортит весь отчет. Доложим воспитателям, он будет здесь вот-вот. Мне эта мысль нравится, чуть что, спасай, кричим. Нет, с хулиганом справиться придется нам самим. Хулиган, хулиган, избавиться бы выжить, пор в газете дать. Ребята, лучше выждать. Чего там выжидать? Зачем напрасно спорим, пока что не горит. Мы выждем и посмотрим, чего он натворит. Раз от него уже не скрыться, то мы включим его в отчет. Вот это гусь. Вот это птица. Зачем он нам? На кой он черт? Хулиган, хулиган. Расширить интересы, пожалуй, в этом соль. Открытки, шашки, пресса свою сыграют роль. Ну как? Вот эта штука. Ребята, по рукам. Но никому ни звука, что едет хулиган. Хулиган, хулиган, к нам едет хулиган, хулиган. Давай его в работу серьезную возьмем. Реальную заботу, известную о нем. Спасибо. До свидания. Добро пожаловать. Привет. Каникулы, задумывался кто-нибудь. А человеку каникулы затем, чтоб отдохнуть. Зачем человеку каникулы? Чтоб каждый день кино. А в лагере каникулы мучение одно. Купание, гуляние на катере. Отличное питание в любое время суток, а тут одни задания.
Зримы назидания и каждый день собрания. Короче, не до шуток. Зачем человеку каникулы? Задумался кто-нибудь. А человеку каникулы за тем, чтоб отдохнуть. Зачем человеку каникулы? Чтоб каждый день кино. А в лагере каникулы мучение одно. Подъемы, умывание и после купание. Три раза в день питание. Короче, не до шуток. Катание, гуляние, напрасные мечтания. Человеку каникулы, задумывался кто-нибудь. А человеку каникулы за тем, чтобы отдохнуть. Зачем человеку каникулы, чтоб каждый день кино? А в лагере каникулы мучение одно. А в лагере каникулы мучение одно. Голова кружится. А вы откуда взялись на мою голову? Как это откуда? Мы отдыхать приехали. А вот вы как здесь, а Инна Андреевна? Я тоже отдыхаю. Исполняю обязанности начальника лагеря. А, понятно. Алягер как алягер. На войне, да, как пожалуй. На войне. Увы, Петров. А сегодня еще говорят, какой-то хулиган приезжает. Этого еще не хватало. Да вы не волнуйтесь, Инна Андреевна. До скорой встречи. Вы не бойтесь, в случае чего Петров поможет. Само собой. Чрезвычайное происшествие. Неожиданное известие. Такой большой. Глаза горят. А нрава поведение. Колотит, дразнит всех подряд. Ломает насаждение. Дуня просто вредина. Сама ты, Оля, вредина. А ну-ка, замолчи. Короче, ясно, это гусь. Ребята, я его боюсь. Гусей с тобой, ты не трусь. По встрече не успели. Он здесь уже. Тем лучше пусть. Я вскоре за него возьмусь. Но что за птица этот гусь? Ведь не орел же в самом деле. В общем, жуткое происшествие. Потрясающее известие. Привез сообщника с собой. И тоже хулигана. Их испугался бы любой. Дерутся и горланят. Я первая увидела. Я первая заметила. Я умоляю, не кричи, Дуня просто вредина. Сама ты, Оля, вредина. Ах, вот как, получи. Короче, ясно, это гусь. Все больше я его боюсь.
тебе, не трусь. Жаль, встретить не успели. Пока, похулигане, пусть. А там я за него возьмусь. Но что за птица этот гусь? Ведь не орел же в самом деле. Где он? В столовой. Что, Сим, в столовой, да? Нет, зачем же Сим? Вперед пусть у спортинструктора, боксерскую секцию, ладно. Нет, я сам. Пойдем Добкина, покажешь. Пошли, Добкина. Он приехал. Ну что, здоровый? У меня только один вопрос. Они же дрались. Да? Потом, Анка, потом. Некогда. Подожди. Слушай, Ольга, ты наверняка подглядывать будешь. Ну что? Ты обязательно рассмотри, какого цвета у него глаза. Это очень важно, понимаешь? Послушай, Петров. Чего? Ты сходи туда еще, вот чего. Ну чего я опять туда пойду? А ты им еще раз скажи, чтобы нам дали, фу, пообедать. Ну хорошо, предположим, что я туда и пойду. Но ведь все равно, ничего из этого не выйдет. Дежурная по кухне сказала, что никому больше не даст обед. Фу, да как они могут не дать? Всякий говорит, придет, опоздает, а я с ним убираю. Я, говорит, Антону, ответственному дежурному, пожалуйста, он вам задаст. Ладно. Он говорит, вам за опоздание 3 дня очередного дежурства на кухне влепит. И будете говорить всю неделю, у меня здесь кухня. А ты им скажи, что мы только что приехали. Несут обед. Несут, несут, несут! Чего там? Супчик. Ага. А почему соуса нет? Соуса нет. Ага, соуса нет. А что это за суп? Никакого вкуса нет. Только пахнет. Давай я съем, мне нравится. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Петров, отстань! Компотик. Что это за еда? Разве это еда? Вон идет сюда ответственный дежурный. С ним разговаривать. Ох, вам сейчас и будет. Ага, испугались. Что там будет? Что, мы нарушители какие-то? Который ну и из порядочки. Тут страшно. Подумаешь, опоздали. Да пусть только попробует, я этому дежурному скажу. Добрый день. Здравствуйте. Привет, здрасте. Моя обязанность как ответственного дежурного по лагерю? А что тут такого? Мы не виноваты, мы только что приехали. Ребята, если что не так, то можем вместе пройти на кухню и разобраться. Нет, не хочу. На кухню. Разобраться. Да какое вы имеете право? Я прямо к Ине Андреевне пойду. Здравствуй, Петров. Пойдет. Ребята. Все образуется. Вы, главное, не волнуйтесь. А мы вообще с Петровым, если хотите знать, в школе активисты, да, Петров? И металлолом, если надо. И макулатуру. А главное, за что? Чего мы такого сделали? Он хочет, чтобы мы не считали его хулиганом. Мы вот с Ольгой Добкиной, нашей активисткой, специально зашли в столовую, потому что я считаю, что каждого пионера нужно встречать хорошо. И вот познакомились с такими отличными ребятами. Мы тоже очень рады. Да. А может, вы хотите осмотреть лагерь? Спортивные площадки, планетарий, пляж? Хотим, с большим удовольствием. Что? Ты ушиблась? Я не хотел. Тебе больно? Ничего-ничего. Я зайду в медпункт, сделаю примочку, и все пройдет. Ничего, ты же не нарочно. Эх ты, не нашла другого места, что ли? Без надо, что хулиган здесь пойдет. Уже. Музыка.
пойдем прямо по главной аллее, мимо линейки, и выйдем к спортивно-оздоровительному комплексу. Здесь волейбольная, а там у нас баскетбольная площадка. А, ясненько. А там за ней солярий, воздушные ванны принимать. А по этой дорожке едем прямо на пляж. Уже приехал? Приехал, приехал. Вы там, наверное, уже были. А мы сейчас пойдем направо, к спальному корпусу. У вас достопримечательностей. Мне нравится, что у вас тут новичкам все показывают. Ага, а в других лагерях нам ничего не показывают. А теперь, ребята, не хотите ли отдохнуть? Располагайтесь, где хотите. Да? Ну что ж, тогда... тогда я, пожалуй, вот здесь. Конечно. Это чьи-то вещи. Алик, это моя вещь, но я их сейчас уберу. Вот это еще возьми. И там чьи-то вещи. Леша. Я тоже, пожалуй, беру. Эй, ребята, может, не нужно? Нужно-нужно. Отдыхайте. Ха, вот еще отдыхать. Хотя... Впрочем, пожалуй, мы отдохнем. Васькин, ты что? Молчи, делай, как я. Ха, вот и прекрасно. Не будем вам мешать. Ты что делаешь? Ты что, Васькин, спятил? Как? Ты так ничего и не понял? Принимают нас за каких-то страшных хулиганов. Не может быть. Может. Хоп, 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 хоп. И, по-моему, это даже очень интересно. Так надо догнать, не объясните. Надо. Ведь меня еще никто никогда не боялся. Сам знаешь, я самый маленький в классе. Не понимаю, чего тут интересно. Я тебя прошу, давай сделаем вид, что мы хулиганы. Ну, хоть на денечек, а? Совсем немножко, побудем хулиганами, и все. Ну, раз уж так получилось, а? Разложилась ситуация, надо пользоваться ею. Ромелы! Может, это провокация, что ты им я мало верю. Ну, при чем здесь провокация? Зверь выходит на ловца. Разложилась ситуация, ты используй до конца. Счастье в жизни, как подкова, раз нашел, хватайся сразу. Больше случая такого не представится ни разу. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Больше случая такого не представится ни разу. Разложилась ситуация, живем прекрасно тут. Да, у них организация. А вдруг по шее надают? Напугал организация. Здесь не надо громких фраз. Ведь такая ситуация выпадает только раз. Счастье в жизни, как подкова. Раз нашел, хватайся сразу. Больше случая такого не представится ни разу. Раз, еще раз, еще много-много раз. Больше случая такого не представится ни разу. Пусть, 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 пусть хулиган поспит. Пусть хулиган поспит. Хра, 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 храни его покой. Ой, 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 ой. Ему, ему, ему ведь предстоит, ему ведь предстоит борьба, борьба, борьба самим собой, самим собой. Пусть, 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 пусть мирно он сопит, пусть мирно. Спит сладко целый год. Спит сладко целый год. Ведь, 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 чем он больше спит, ведь, чем.
но мы не можем спать. Понять его должны и перевоспитать. А правда, что это как это твой называется? Кореш? В детской комнате милиции на учете состоит. В детской комнате на учете. Состоит, только с обратной стороны. Это что значит? Он лучше других хулиганов или хуже? Хуже. Ишь ты как! То-то же у нас шум подняли. Слушай, я вижу, ты проворный парень. Помоги-ка мне перенести вещи, а? Давай! Зачем это? Ну а дальше ты что? Разговор есть. Какой? Помощь нужна. Помоги, гусь. В смысле? Да житья совсем нету. От кого это? От самого ответственного дежурного. От Антона. Придирается все время. Точно. А. Неужели? Умываться заставляет. Это кошмар какой-то, а не жизнь. Два раза в день. И потом у нас у всех рогатки отобрал. Стекла бить не разрешает, вот. Да это же просто хулиганство. Совершенно возмутительно. Разве так можно? Куда это годится? Точно. Вот и помоги нам, ладно? Дай ему жару. Покажи ему. Убирай в тумбочках заставляет. Кровати застилай. Что это? Родители сладости привозят, а он есть не дает. Выбросить грозит. Да что вы, зачем? У тебя надежнее будет. А что мне со всем этим делать? Как что? Ешь. Все равно пропадаем. Ладно, так и быть. Придет, я с ним поговорю. Придет сюда. Ну-ка. Вы чего, ребята? Всюду ждет тебя почет, а забот никаких и никогда. Как хорошо слыть хулиганом, работа эта мне по плечу. Не вынимая рук из карманов, я побеждаю, кого хочу. Неважно быть, сумей прослыть, не беда, неважно быть, сумей прослыть. И тогда повсюду ждет тебя почет, а забот никаких и никогда. Как хорошо стать хулиганом, забыть про то, что ты не силач. Чувствовать великаном, не знавшим горечи неудач. Не важно быть, сумей прослыть, не беда, не важно быть, сумей прослыть. И тогда повсюду ждет тебя почет, а забот никаких и никогда. Вот дает! Я тебя сейчас познакомлю с нашими ребятами. Если ты не против, конечно. Почему же против? Наоборот, я с удовольствием. Мы с Петровым любим знакомиться. Правда, Петров? Да, это верно.
Ребят у нас хорошие, тебе понравится. Это Анка, командир отряда «Поиск». А это Дашенька. Она у нас победитель конкурса бальных танцев. Да чего ты мне все кидаешь? Ну, а это вот. Очень приятно. И нам тоже очень приятно. А Гусь, это у нее кличка? Точно. А вы случайно искусством не увлекаетесь? Хм. А как же? Очень рад. Васечкин. Вот недавно дебютировала в роли волка на французском языке и весьма успешно. А правда, что ты в детской комнате милиции на учете? Из детства. А почему тебя гусем прозвали? Меня гусем? А это потому, что с меня все как с гуся вода. Я вообще с нашим участковым за руку здороваюсь. Как говорят дела, дядя Костя? Так говорит, как-то все говорит. Если бы не ты, говорит. И вздыхает. Не может быть. Не веришь? Это еще не все. А кроме того, я честно признаюсь вам, что едва ли есть еще кто-нибудь в нашем квартале, кто бы не мчался, как от огня. При виде меня. А впрочем, что тут говорить, я с детства был ужасно скверным. Не может быть. Петров, скажи. Да это верно. Когда в третий раз я пошел в первый класс, вам честно признаюсь, в течение недели мои педагоги все сплошь посидели. И за вредность решил им правком выдавать каждый день молоко. Да, впрочем, что тут говорить, попал я прочно в круг порочный. Не может быть. Петров, скажи. Да, это точно. 25 лет, Инна Андреевна, это наш классный руководитель, покинула нас, восклицая: «Вредитель!» И это не скрою, моя вина, что пенсия ей была вручена. Да, впрочем, что тут говорить, я стекла бил самозабвенно. Не может быть. Петров, скажи. Да, несомненно. А укротитель, известный артист, был вызван специально, но каюсь, он еле ушел от меня, заикаясь. И тигры трясутся с этого дня. При виде меня. Да, впрочем, что тут говорить, всех побеждаю поголовно. Не может быть. Петров, скажи. Да, безусловно. Чего сестраку не понял? Да, подарочек. А мне кажется, он нам не по зубам. Посмотрим. А по-моему, он даже очень приятный. Прелесть, такой непосредственный. Такой воспитанный, так сразу не догадаешься. Такой вы хулиган. Можно я вам сиячок поставлю под глазом? Спасибо, я не очень вас побеспокоил. Нет, не очень. Васечкин просил передать, что если что, то ого-го. А как Васечкин... Подожди, Даша. Послушай, а как тебя зовут? Петров меня зовут. Вася. А как Васечкин девочка? Ну, как вас накормили? Накормили? Спасибо. Хорошо накормили. Скажите, пожалуйста, это правда, что Васечкин не только микрорайон, но весь район боится? Пожалуй. А как он вообще к девочкам? Подожди, Даша. Послушай, дружище Петров, а какой он, Васечкин, сердитый? Обыкновенный. Но любит, чтобы все было так, как он хочет. А как Васечкин... Подожди ты. Петров, мне нравится твое лицо. Ты, видно, хороший человек. А скажи, что Васечкин больше всего любит? Любит, чтобы его хорошо приняли, чтобы питание было хорошее. А скажи, Петров, как он вообще к девочкам относится?
вот ты где. А мы тебя по всему лагерю ищем. Ты куда исчез-то? Да я тут... Так, знаешь, не годится. Да зачем я вам нужен? Я тут отдыхаю. Отдыхаешь? Это дело. Наша задача сделать досуг каждого насыщенным и интересным. Вот. Вот я тебе тут книжки принес. Что это? Зачем? Приключения, детективы, фантастика. И это все мне? Ну, конечно, бери. Драки, убийства, расследования. Ну, спасибо. Я сразу же отдам, как только прочитаю. Там только приключения. Можешь и не проверять. По дела. Ну? Фу, вроде бы вышло. Я ему в детективчике педагогическую поэму Макаренко всунул. Отлично! А теперь все вместе пойдем к нему и изложим программу его перевоспитания. Да? А у нас их вместе по шеям. Действительно, нужно поодиночке и по душам. Точно. Вот ты и начни. А почему я? Ребята, а может все-таки вместе? Правильно! Я сразу предлагал. Че, что, сразу все и навалимся. Пошли. Ага, пойдем. Пусть только попробует сунется к нам. Постойте! Наша задача переключить энергию хулигана в сферу полезных дел. Как спортивно-оздоровительных, так и интеллектуальных. Алик. Что? Первым идешь ты. Да почему именно я? Тебе надо закалять волю. Да если он меня... Не думай об этом, в случае вызови на помощь, не отобьем. Иди, не, не пойду. Иди. Давай, Алик, давай, Алик, не думай о плохом, Алик. Антон, давай, не давай, думай. Не надо. Давай. Алик, ну, отпусти. Ну, я же, ну... Ольга, на ногу. Раз. Ну, не надо. Два. Антон. Три. Мама. Что случилось? Ничего. Ни минуты покоя. Тебя как зовут? Таля. Я руковожу шахматной секцией. Ну и что? От меня-то что требуется? А? Ты в шахматы играть умеешь? Не знаю. Не пробовал. Может, и умею. Это просто. Смотри. Пешка ходит так, белые начинают первым. Пешка Е2, Е4, ферзь на Е8, конь выходит из игры. Жертвуем пешку, слон Б4, ладья Ж7, шах и мат. Мат! Ой, мат. Понял, все очень просто. Чего ж тут непонятного? Слон Б4, ладья Е7, шах и мат. Молодец, молодец. Еще один-два урока. Я включу тебя в чемпионат на пианиста лагеря. А теперь вот, возьми. Ты человек способный, разберешься. Здесь все написано. Ну, я пошел. А? Желаю успеха. Шахматы – это одновременно наука, искусство и спорт. Держи, я тебе лучшие выбрал. Мячи. Баскетбольный, футбольный, волейбольный. Эспандер плечевой, эспандер ручной, массажер, кроссовки, ракетка теннисная, ласты, трубка, маска и очки. Это все для плавания. Кимоно дзюдоистское с черным поясом. Майка «Динамо», трусы борцовские. Мы на тебя возлагаем большие надежды, понимаешь, старик? Нам сильные ребята нужны. Расписание твоих тренировок, а в рюкзаке самоучитель по всем видам. А вот это вот диск. Хотел еще молот с собой захватить, но разве все один дотащишь? Так что молот, копье и штангу тебе выдадут на тренировке. Ну, будь здоров. Спасибо. Физкульт, привет. Фу. Фуй. Ну, дела. Здрасте. Оля. Добкина. Бобкина. Чтоб не перепутать, я синяком. Мы пришли, чтобы... Нет уж, пожалуйста, да я скажу. А чего это ты? Я же первая. Нет уж, позволь, это я первая. Ну вот еще и ведь и идея моя, и база это. Ах так, а букет сорвал? Вот всегда ты такая. Да, а ты какая? Я? Да ты, значит я. А от меня что нужно? Говори ты. Извини, пожалуйста. Мы пришли, чтобы показать тебе икебану. Чего? Я же говорю, синяк я тебе не нарочно. Чего при... Извини, пожалуйста. Это же в Японии. Не надо. Ни один долго во дворе, когда я маленький был, Москву показывал. До сих пор уши болят. При чем тут уши, прости, пожалуйста? Тут глаза нужны и вкус.
Извини, пожалуйста, икебана – это искусство составления букетов. Извини, пожалуйста, ясно? Прости, ясно. Пожалуйста. Так бы и говорили. Извини, а то икебана, икебана. Вот ваза, вот цветы. А вот учебник. Попробуй сам подобрать букет. Японцы считают, что занимаясь икебаной, можно избавиться от тех отрицательных эмоций. А также проявить себе темные инстинкты. До свидания. Привет. Привет. Где взял? Там выдали. Вручили, то есть. Видал, что творится? Не пойму, чего они со мной так нянчатся? Дали бы разок. Дадут еще. И вообще, лучше во всем сознаться, Петька. Честное слово. Ну вот еще. Пошутили немножко и будет. А то чует мое сердце. Плохо это все кончится. Ну вот еще. Да не, давай подождем, на карте покатаемся, а завтра сознаемся прямо с утра, честная пионерская. Да что завтра? Ну его этот карт, надоело. Хочу как все, а то пялятся на тебя, как на тигров. Ладно. Только давай на карте. Разок. А? Ну, Петров, ну пожалуйста. Ладно, поехали. Слушай, Васечкин! А может, имя Андреевне признаемся, а? Да ты что? Я боюсь. Засмеет ведь. Бонжур, Вась. Бонжур, Инна Андреев. А куда это вы собрались? Я вижу, вы время зря не теряете. Да так, прокатиться, так сказать, осмотреть окрестности. Да, Петров, ля бель промнад ДТ? Ага, ля промнад. Прогуливайтесь, ясно? А это что такое? КСКС, Васечкин? Товарищеская забота. От этой заботы уже деваться нет. Да, ребята у нас хорошие, только вот этот хулиган. Все говорят, что он уже приехал, все его видели, нигде его нет, прям мистика какая-то. Ну ладно, пойду поищу. Отдыхайте, мазафан. А тут алёр, до скорой встречи. До свидания. А тут алёр. Да, дела. А ведь это она нас ищет. Эх, говорил я тебе, нужно было сразу признаваться. Привет, ребята, я вас всех в рыболов спортсменов записал. В Успеньке самый лучший отобрал. Ну ладно, побегу вас статью готовить, спецвыпуск, пока. Эй, ну что, отстаньте! Васечкин, давай признавайся! Ладно, конечно, Даша, я на доброе, она поймет! Она не может не понять, я ей все объясню. Иди-ка сюда. Чего? Желаю удачи. Ладно. Давно собирался тебе я признаться, и вот этот час наступил. Быть может, нам друзьями остаться. Не больше терпеть нету сил. Но мы ведь так мало знакомы друг с другом. Да это совсем ни при чем. Я выход ищу из порочного круга. Пойми, что сейчас ты одна в целом свете. Несчастному можешь помочь. Ах, Васечкин, кто же смеется над этим? Уйдите, пожалуйста, прочь. Не за того ты меня принимала. Я вовсе не гусь, я другой. Давно не видала такого нахала. Забрался ты, мой дорогой. Поверь, я запутался жутко. Как дальше теперь мне жить?
ведь это была только шутка, ведь это была только шутка. Разве с чувствами можно шутить? Дорогая Маша, хочу рассказать тебе, какие с нами в лагере происходят чудеса. Ты бы со смеху умерла. Васечкина все принимают за какого-то жуткого хулигана. И меня вместе с ним. Представляешь? Нам это поначалу нравилось, а теперь не знаем, как из этой истории выбраться. Честно говоря, надоело ужасно. Привет, Петров. Исправляешься? Привет. Исправляемся. Скоро совсем исправимся. Молодцы, так держать. Пойми меня, пойми, ведь я не хулиган. Я понял в эти дни мучителен обман. Я что-то не пойму, о чем ты говоришь. Слова здесь ни к чему, слова здесь ни к чему, меня не убедишь. Поверь, я запутался жутко. Скажи мне, как дальше жить? Ведь это была только шутка. Ведь это была только шутка. Не смей с коллективом шутить. Поверь, я сердцем чист, враньем по горло сыт. В душе я активист и даже следопыт. Не верю ничему, меня не проведешь. В отряд тебя приму, в отряд тебя приму, но ты сплошная ложь. Поверьте, запутался жутко. Скажите, как дальше жить? Ведь это была только шутка. Ведь это была только шутка. Не смей с коллективом шутить. Я в жизни не разбил ни одного стекла. Вот это сочинил, я так бы не смогла. Родителей люблю и всех учителей. Я лжи не потерплю, я лжи не потерплю. Такого пожалей. Поверьте, запутался жутко. Скажите, как дальше жить? Ведь это была только шутка. Ах, это была только шутка. Не смей с коллективом шутить. Ну как? Да ну, разве девчонкам что-нибудь объяснишь? Вперед! Эй, Артем! А я ведь не хулиган! Это мы пошутили! Ну да, так все мы говорили, что не хулиган! Да активист я! Ну, до активиста, пожалуй, тебе еще далеко. Ну, а думаю, что спорт уже начал оказывать на тебя свое плодотворно-воспитательное влияние. Одним словом, так держать! Привет! На память от бывшего хулигана! Физкульт, привет! Боюсь, он тоже нас не поймет. Да не хулиган я! Да, так я и поверил. А ты спустись вниз, я докажу! Нет, спасибо, хватит. Ты так докажешь, что потом синяков, как у Бобкина, не оберешься. Да нечаянно я! Ты посмотри на меня внимательно! Я и первоклашку не поборю! Хватит! Насмотрелся! Знал бы, ни за что бы в этот лагерь не поехал! Тьфу! Хоть ты Петров ему скажи! Не хулиган он! Мы пошутили! Да, двое на одного! Слезай! Ну, слезай!
Он не слезет. Не слезет. Ладно, поехали. Вот, отдохнули. С меня хватит, не могу больше. Еще немного, и я в самом деле поверю, что я хулиган. Сам виноват. Понадобилось ему, видите ли, хулигана изображать. Вот что мы теперь родителям скажем? Что скажем, что скажем, то и скажем. Некоторые итоги. Хулиган Пасечкин в наших руках. Он уже начал приобщаться к спорту, картинг осваивает, бегать начал. Идя на совет, вижу, бежит, не просто бежит, с рюкзаком вместе. Наверное, увеличивает нагрузку. И своего этого, как его, Петрова приучает. У Петровы, я должна вам сказать, очень хорошее лицо. Я вообще в него верю. Я думаю, к концу смены Пасечкин сможет участвовать. Он мне вообще заявил, что он не хулиган. И мне, и мне. Он теперь даже самого этого слова стесняется. А главное, он экипан увлекся. Сама недавно виден, с букетом шел. Это его экипана облагораживает. Антон, разговор есть. В общем, мы тут все решили, больше сладкого есть не будем, ни под каким видом. Родителям скажем, чтобы не привозили. Будем в тумбочках убирать. И зубы будем чистить, правда? Будем, будем, обязательно! Давно бы так. Ладно, идите, потом поговорим. Антон, я газету принес. Ну-ка, ну-ка. Ну что ж, неплохо. Я считаю, нормально получилось. Важно то, что хулиган уже действительно стесняется своего темного прошлого. Ишь ты, стеснительный хулиган. А меня на флагшток загнал с этим, как его, Петром. Я там чуть со страху не умер. Прости его. Бобкина ведь ему щенят простила. Да. Кое-какие пережитки старого в нем еще сохранились. Но, как говорится, не все сразу. Главный хулиган на верном пути к исправлению. Послушайте, послушайте, что я нашла. Что случилось, Бобкин? Ты что кричишь? Иду я по аллее. Вдруг вижу, справа от меня что-то белеется. Вдруг подхожу ближе, вижу. Короче, к делу. Короче, вот оно, письмо. Что еще за письмо? Читай слух. Хорошо. Дорогая Маша. Ха, какая-то Маша. Хочу рассказать тебе, какие с нами в лагере происходят чудеса. Вот дают. Ты бы со смеху умерла. Посмотрим. Васечкина все принимают за какого-то жуткого хулигана. И меня вместе с ним. Короче, Маша, как кончатся твои соревнования, приезжай сразу к нам. Обхохочешься. Ждем тебя с нетерпением. Дружеским приветом, Петров, от имени Петрова и Васечкина. Чему смеетесь? Над собой смеетесь? Чем этот Васечкин похож на хулигана? Ни капельки! Но вы ведь как упретесь и повторяете все время, как бараны. Хулиган! Хулиган! К нам едет, к нам едет хулиган! Все эти сплетницы, трещотки, балаболки, от них лишь слухи, паника и толки. Ты первая увидела, ты первая заметила. Оля, что ты, не кричи! Ты, Оля, просто вредина. Да, ты, Оля, вредина. А ну-ка, замолчи! Пойму, ну как все это вышло? Ведь даже с виду явно он слабак.
А ведь казался всех сильнее и выше. Я пострадавшая, вот видите, синяк. Слаба! Слаба! Ну вот вам и слабак. Он признавался, никто ему не верил. А я ведь сердцем знала, он не лгал. Я виноват, я слухи не проверил. А я ведь главное, похожее читал. Или в кино смотрел, или где слыхал. Все эти сплетницы! Трещотки! Волки! А ты лишь слухи, паника и толки! Ты первый увидела, ты первый заметила! Ноля, что ты не кричи! Ты, Оля, просто вредина! Сама ты, Оля, вредина! А ну-ка, получи! Приехал! Кто приехал? Он приехал! Хулиган, гусь! Я видел, он дежурному путевку показывал! Ну вот и все. Вам что, по-прежнему не нравится эта история? Что? Конечно, как нравится! Андрина, неужели на этом и правда все кончается? Как видишь. Нет! Нет! Мы не согласны! Не согласны! Ах, вот как! Ну и что вы предлагаете? Ничего. Мы вам такое придумаем. Увидите. Хм, интересно. Ух, он придумает. Этот может. Васечкин. О! Ну что, глядите, не получали давно? А что, поглядеть нельзя? Ты ведь сам тоже глядишь? Вы что, на гуся тянете? Какой еще гусь? Гусь, это я, ясно? А это у тебя что, имя или фамилия? Это у меня визитная карточка, понял? Чувствуешь, чем пахнет? Чувствую. Ты что, толкаться? Ой! Ой! Отпусти нас! Ой, не отпусти нас! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Получай, сзади, получай! Справа, слева, получай, получай! Так, справа, получай, получай! Ой! Держи себя в руках! Эй, малый, ты чего? Ты чего? За Васечкина! Здрасте, Инна Андреевна. Бонжур. Не виноват. Пустите, пустите, то есть ребята. Виноват, но больше не буду. Честно, граждане, товарищи, вот посмотрите. Я же пошутил. Носилки? Давайте скорее носилки. Вид, вид на замол, вид. Осторожнее. Маша, ты приехал. Маша, ты визу получил. И меня назвал Машей. Наверное, та, которой они письмо писали.
Вот его шляпа. Мама! Вот сюда. Угу. Вот так. Кровопролитнейшего сражения мы с Васечкиным одержали славную победу. В настоящее время находимся на отдыхе. Если сможешь, приезжай. Петров, от имени Петрова и Васечкина. А мы сюда. Вот это вот сюда. Угу. Мат? Но-но, как мат? Так, с тобой бороться, это разве масштаб? Подумаешь, шахматисты нашли. Вот бы игру придумать, чтоб на всю жизнь. Ага. И чтоб подвиги каждый день и с самого утра. Ага. Вот тебе Васечкин варенье. А вот тебе Петров печенье. Привет, привет. О, Маша! Здорово! Сколько лет! Сколько зим! Эх вы, горе-хулиганы. Ох, Маша, ладно, ладно. А я смотрю, вы здесь неплохо устроились. Шахматные композиции, кибаны, пятиборы, да так, читаем поэмы. Образовываемся. Ясненько. А я вам тоже подарок привезла. А ты, думаю, тоскливаем в изоляторе. Ничего, поправиться еще не так затаскуют. Но-но, гусь, не хлопай крыльями. Больно толстая. Смотри. Идея. Спасибо. Ну что ж ты, Васечки? Ну входи же, прошу тебя. Входи. Что случилось, а, Васечки? Да говори же, не тяни. Вы обещаете сначала, Инна Андреевна, что вы выполните то, о чем я вас попрошу? Что все-таки произошло? Вы обещаете? Хорошо, да. Честно? Честно. Честно, честно? Да. Ну, говори же. Инна Андреевна, примите меня в рыцари. Ты болен. У тебя жар. Немедленно в постель. Я не сдвинусь с места до тех пор, пока ваша светлость не соизволит исполнить мою просьбу. Исполнение же того, о чем я вас прошу, покроет вас неувидаемой славой и послужит на пользу всему роду человеческому. Хорошо. Значит, вот я тут заложил. Вот, вот здесь.
Да поможет Бог вашей милости стать удачливейшим из рыцарей. И да не спошлет он вам победу во всех сражениях. Вы еще обо мне услышите, Инна Андреевна. Васечкин, куда ты? Да, кстати, Инна Андреевна, вас никто не обижает? Нет, Васечкин, меня никто не обижает. Послушай, Васечкин! Васечкин! Петров, Петров, чёрный сон зашёл. Игра на всю жизнь. Какие игры в такой рай? Ой. Гусь, зажми ручку. Гусь. Рыцарь, путь перед тобою простирается дорога. Если хочешь стать героем, то не медли у порога. У тебя свои законы, рискуя головой. Великанов и драконов ты зовешь на смертный бой. Если ты подался в рыцари, надо соблюдать традиции. Надо драться и влюбляться, смело действовать кинжалом. Прежде чем за дело браться, стоит выспаться, пожалуй. Рыцарь, путь во имя славы, одолея все препоны. Заслужишь ты по праву благосклонность юной Донны. Кто такая эта Донна, чтобы вскакивать чуть свет? А глаза ее бездонны, их прекрасней в мире нет. Если ты подался в рыцари, то окажешься в милиции. Потому что если драться, ждет беда, а не победа. Можешь сам тут оставаться, без тебя тогда уеду. Рыцарь, путь! Пора оставить эти странные затеи. Но ведь мы должны прославить имя славной Дульсинеи. Что еще за Дульсинея, чем других девчонок краше? Хорошо знаком ты с нею. Кто ж такая? Это Маша. Если ты подался в рыцари, не сдавай свои позиции. Бросим детские забавы ради славы и победы. Перекусим и за славой. Что за слава без обеда? Он что, был чокнутый? Как можно всерьез с мельницей сражаться? Ну, он же думал, что это великан. Ну, я и говорю, псих. Сам ты чокнутый! Если человек благородный, заступается за слабых, всегда такие, как ты, его психом обзывают. Ах, я еще и псих! Сам поднимает среди ночи, тащит куда-то, а я еще и чокнутый. Ладно. Петров, послушай! Ну ладно тебе, ну пускай понарошку. Но они все-таки же прославились. Дон Кихот всех, кого побеждал, заставлял признать, что Дульсинея Тобоска самая прекрасная во всем мире. Ее имя стало нарицательным. Все ее знают, хотя уже много лет прошло. Вот и мы всех, кого победим, будем заставлять прославлять имя Маши Старцевой. Она станет знаменитой. Ну как Олег Попов. Ой, ты чего толкаешься, Петров? Ну ладно, если как Олег Попов, тогда я согласен. Ну вот и хорошо, вот и правильно, давно бы так. Я знаю, что говорю. А то сразу разобиделся, побежал.
Что, мы с тобой первый день друг друга знаем, что ли? Я считаю, мы с тобой, Петров, всегда общий язык найдем. А в лагере скоро обед. Ну и что? Дон Кихот никогда не ел перед сражением. Едем, едем. А зачем? Где тут подвиги совершать? О! Васечкин, смотрите, а подвиг ждет. Нет, какой еще подвиг? Вон, великан. А, мельница. Какая же это мельница? Когда невооруженным глазом видно, что это великан. Так что, давай. Чего давай? Как что? Давай сражайся с великаном. А я посмотрю. Ты что, всерьез? Как? Ты не собираешься сражаться с великаном? Ты что, я псих, чтоб с мельницей драться? А как же Дон Кихот? Значит, он все-таки был псих? Смотри, сражается, как видишь. Но он же думал, что это великан. И мы думаем, что это великан. Так что давай сражайся с ним. Лично я так совсем не думаю. Ах так? Ну вот что я тебе на это скажу, Васечкин. Или все по правде, как в книжке, или я пошел домой. Но почему? А потому, что если это мельница, ой, то Дон Кихот псих, ты сам сказал. А если это великан, то давай сражайся, иначе какой же ты рыцарь? Три плоты. Ах так? Дон Кихот не псих, а я не трепло. Ни пуха, ни пера, ничего. Ни пуха, ни пера. Я вам признаюсь честно, что это странная игра, что это странная игра, ужасно интересно. Воображать, что ты герой, добившийся успеха. Пусть это все зовут игрой. Не, это не помеха. Пускай победы нелегки, пускай победы нелегки, но такова работа. Пускай хохочут дураки, пускай хохочут дураки, глумясь над Дон Кихотом. Их сам оставит в дураках, насмешек всех сильнее, и он прославится в веках, пославив Дусинею. Оно нас губит иногда.
что решительно вокруг. Как ни верти, а все же мельница не станет великаном вдруг. Зря безрассудство уважали мы, оно нас губит иногда, иногда. Сейчас как врежу по ушам. Где они? Говори. Чего? Ничего не знаю. Здесь плюс спокойно, никого не трогаю. Это я виновата. А что случилось? А ребята где? Что, уже выписались? Эх ты, спящий хулиган. А я, Маш, перевоспитываюсь. А пока не перевоспитался, как врежу по ушам. Что? Ну-ну, без рук. Где они? Что? Чего? Ничего не знаю. Я здесь плюс спокойно, никого не трогаю. Это я виновата. А что случилось? А! А я перевоспитываюсь. Что же делать, скажите на милость, это я во всем виновата. Объясни, наконец, что случилось. Просто уже сбежали ребята. Это все из-за меня, я над ними издевалась. Что еще им оставалось? Убежать, как от огня, не дождавшись света дня. Боже мой, какая жалость. Это все из-за меня. Удалось им загадочно скрыться, это я во всем виновата. Он и вправду решил, что он рыцарь. Что случилось? Сбежали ребята. Это все из-за меня, это я не доглядела. И я помочь ему хотела. Не сумела, не успела, не смогла средь бела дня разглядеть серьезность дела. Это все из-за меня. Я должна вернуть их обратно. Это я во всем виновата. Это просто невероятно. Далеко не ушли, вероятно. Это все из-за меня. Я побег проспал несчастью. В поисках приму участие.
Это все из-за меня. Это все из-за меня. Это все из-за меня. Поскорее возвращайтесь. Эх, пол царства за коня. Дорогая Маша, пишу тебе это письмо в самую горькую для меня минуту. Наш друг, самый лучший, самый мужественный человек на свете, настоящий рыцарь. Короче, любимый наш Васечкин. Извини, Маша, на этом я пока письмо прерву. Васечкин, ты где? Васечки. Сейчас. Ты только смотри, не утони там. Хорошо. Ты только скорее, Васенька. Хватайся за ведро. Поймал? Я тебя спрашиваю, поймал? У меня еще не так поймаешь. Ой. Тащи. Тащу. Уже тащу, вытаскиваю. Держись крепче, Васечки. Ты чего это? Это я дрожу. Вот. А я думал, все, конец. А я что, не думал, что я твоим родителям скажу? А Маше не уберег. Я уж хотел в лагерь возвращаться. Но теперь я тебя одного ни за что не оставлю. Ты без меня тут такого натворишь. Все, решено. Куда ты, туда и я. Ладно, становись на колени. Ой. В смысле? Буду тебе вооружено посвящать. Ладно, посвящай. Отныне ты будешь зваться Санчо Панса. Верный оруженосец славного Дон Кихота. Счастливого пути! Ни пуха, братцы, не пирать! Пусть не препятствует жара, пусть не препятствует жара вам беглецов найти. Неужто нам их не вернуть, неужто не найти? Со славою пустились в путь. С пути такого не свернуть! От гуся не уйти! Хоть им и по 12 лет, умны не по годам. И у меня сомнений нет, они оставят в жизни след, они оставят в жизни след. Разыщем по следам. Ну как же нам найти тот путь, что к славе их ведет? Тревога мне сжимает грудь. Не дрянь, разыщем где-нибудь. Вперед! 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 Здравствуйте, Инна Андреевна! Это же фильм! Какой скоростью мы едем? Ага, вот кому сейчас как врежу по ушам. Ну-ну, только попробуй. Войдешь без стука, вылетишь без звука. Вот-вот. И вдруг вижу, теряю высоту. Что делать? Не знаю.
Вокруг никаких условий для мягкой посадки. Представляешь, внизу валуны, скалы. Земля движется с космической скоростью. На раздумье 2 секунды. Может быть, и меньше. Ну, примерился я, так, мол, и сяк, вроде бы попадаю, попытка не пытка. Беру лево руля и алёр 3 креста вперед, прямо головой. Бу-тых! Ну, дальше ты сам знаешь. Я додумал все. Ты знаешь, как в самолете лететь. Дорогая Маша, спешу тебя успокоить. Любимый наш Васечки в настоящее время совершенно жив-здоров и готовится к новым подвигам. В свою очередь и я тоже готовлюсь вместе с ним, потому что я теперь посвящен в оруженосцы. И Васечкин без меня никуда. На этом пока прощаюсь. Не поминай нас лихом. Петров от имени Петрова и Васечкина. Ай, дедаса, и рачаму угрывекац. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте. Там Арджоба. И раукнекацу. Чего он сказал? Не знаю. Как чего? Плохо, когда дорога камнями обложена. А может, вам помочь перейти через обвал? А, дедушка? Спасибо, сынок. Спасибо, дорогой. Но я пока сам смогу. А зачем вы камни таскаете? Мне некуда спешить. А вот другой может поспешить. Вдруг машина появится, кому-то плохо, надо помочь. Пошли, Петров, нам пора. А разбирать, сколько времени слушай, понадобится? А может, поможем, а? Чтобы слава о тебе жила в веках, значит, не имеешь права застревать на пустяках. Поспешим отсюда прочь, поспешим отсюда прочь. Надо дедушке помочь. Где тут подвиг, тут работа, этим глыбам нет числа. За поворотом ждут великие дела. Тут не будет больше шансов в деле проявить талант. Так за мной мой Санчо Панса, так вперед мой Росинант. Поспешим отсюда прочь, поспешим отсюда прочь. Надо дедушке помочь. Где тут подвиг? Тут работа, этим глыбам нет числа. Может, нас за поворотом ждут великие дела. Ну ладно, иди разведай обстановку. Только без меня, пожалуйста, никаких подвигов не совершай. А то как бы опять чего не вышло. Ла-л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 а
Бог. Врешь, не возьмешь. Волк? Волк? Мама? Мама? Мама! Волк! Волк! Спасите! Волк! Волк! Спасите! Помогите! Волк! Волк! Эй, кто-нибудь, пропустите! Тут волк! Спасите, кто-нибудь, на помощь! Тут волк! Волки, папаху не трогай! Слушай, ничего не вижу! Темно! Волки! Шапа! Куси волка! Куси волка! Куси волка! Где волки, мальчик? Где? Вот черный! Черный? Да, послушай, мальчик, ты что, собаку от волка отличить не можешь? Ты зачем кричал? Зачем стадо гонял? Зачем сюда пришел? Зачем собаку пугал? Ты меня зачем будил? Двоечник несчастный! Чему тебя в школе учат? Ты хулиган! Аналогию учить надо! Боечник! 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 Давайте помогу. Быстро вы тут управились. Это все дедушка Надер. Ему 102 года. А знаешь, какой человек, он сильный? Пока работает, всегда сильный. А как у тебя дела? Да так, там одному пастуху, а Тару от волка помог спасти. Последнего волка мой прадед убил. Неужели тут опять появились волки? Вай-вай-вай. Нехорошо, нехорошо. Абамодитака, идите сюда. Ну, идите же, скорее же. Аба, я ведь отсюда, говорит, мощи горбот. Вот, возьми. Спасибо. Вот, ты тоже? Спасибо. Ну, есть и на здоровье. После работы надо подкрепиться. А все-таки хорошо, что мы дорогу расчистили. Обиди шампере. Обиди шампере. Только тот по-настоящему герой. Кто о славе слова не проронит, не гонись за нею, мой родной. Слава все равно тебе обгонит, и победный рог большой трубя прогремит от края и до края. Но зависит только от тебя, добрая она или дурная. Помни к славе, выбирая путь, к ней ведет не всякая дорога.
чтоб с пути прямого не свернуть. Сил тебе понадобится много. Нет, скажу вам, только тот герой, кто о славе слова не проронит. Не гони за славой, мой родной, все равно она тебе обгонит. Красавица. Скажите, пожалуйста, вы не видели здесь двух мальчиков на тандеме? На таком большом велосипеде двумя сиденьями. Два мальчика на велосипеде? Нет, двух не видел. Ну, извините. Одного видел. Вот так мне хватило. Вот это знаешь? О, это же моя рогатка. Именная. Все видите? Да что же это такое делается, Инна Андреевна? Рогатку одну без присмотра нельзя оставить. Вот найдем их, точно я им дам по ушам. Значит, это был кто-то из нас. Конечно, это Постой, наш. Мальчик. Из каких ваших? Из хулиганов-двоечников? Извините нас. А где волную? А рогатку, дядь, рогатку отдай. Пойдем посмотрим. Угу. Ой, нервные все таки. Ну-ка, дай-ка книгу. Сейчас, сейчас, сейчас. Угу. Так, где эта глава? А, вот она. Угу. Ну, все понятно? Угу. Подскажешь, в случае чего. Угу. Ну, я пошла. Петров, не отставай. Не соизволит ли сообщить прекрасная Донья, в чьи владения занесла судьба храбрейшего из рыцарей вооруженосцев, не вы ли достославная хозяйка сего замка? Я не хозяйка, я с бабушкой живу. Постой, прелестное дитя! Скажи мне, не скрывая, как своему родному папе. Может, обидел тебя кто? Или злой великан ходит в окрестностях вашего замка? А? Нет. Может, коварный волшебник заколдовал своими чарами кого-то из ваших близких? А, прекрасная Донья? Нет, нет. Кончай, Васечки. Совсем ребенка запугал. Не мешай, так принято. В таком случае вы должны признать, что в мире нет прекрасней прекрасной Доньи Дульсинеи Топоской. Также известной повсюду под именем Маши Старцевой. Согласны ли вы признать это? Согласна, согласна. Отныне и навеки, везде и повсюду вы должны прославлять это славное имя. Хорошо. Хорошо. Здорово. Так, пустяки. Да, слушай, может, тебя бабушка обижает? Так ты скажи, ей ее быстро. Бабушка, бабушка. Ну, Нана, деточка, тебя кто-нибудь обидел? А? Ну, говори, говори. Бабушка. А, понятно. Бабушка. Слушай, надо уходить. Пойдем, пожалуй. По-моему, тут все в порядке. Рыцари прошли, как в сказке. Рыцари? Я люблю рыцарей. Съезд. Точно. Бабушка, он спросил, кто хозяйка этого замка? Замок? О! Твой дедушка 50 лет строит мне этот замок! Вот вы и поможете мне его достроить.
кто из вас рыцарь? Ты? Я Пушкин. Значит, ты. Ну, иди, рыцарь, иди. Кавалерами не работа, а домашние заботы, пусть не видно им предела. Это женская работа, не мужское это дело. Лишь была бы острой сабля, лишь бы конь других резвее, а семье построить саклю женщина сама сумеет. Пусть мужчины отдохнут, легкий повседневный труд. Это наше дело, это наше дело. Масса! Масса! Масса есть у нас причин, чтобы поберечь мужчин для серьезных дел, настоящих дел. Кормить семью и мужа надо действовать умело. Тут подход особый нужен, не мужское это дело. Ждет мужчину подвиг где-то, вечно он спешит куда-то. Ну а женщина с рассвета не присядет до заката. Пусть мужчины отдохнут, легкий повседневный труд. Это наше дело, это наше дело. Масса! Масса! Масса есть у нас причин, чтобы поберечь мужчин для серьезных дел, настоящих дел. Масса! Манана, марш за водой. Угу. А ты, герой, помоги даме. А? А. Манана, подожди! А ты, рыцарь, вылезай. Буду тебя в человеческий вид приводить. Держи. Осторожно. Кто такой рыцарь? Рыцарь? Ха! Рыцарь – это человек, он без страха и упрека. Он в сражениях целый век против злобы и порока. И с неправдою рыцарь борется упрямо и готов на смертный бой. Он за честь прекрасной дамы. Что за радость, скажите, с великанами биться? Но знает в пеленок, что жизнь – борьба. Есть такая профессия, называется рыцарь. Есть такое призвание, есть такая судьба. Я не знаю слова страх, у меня свои законы. У меня давно в руках великаны и драконы. Жизни не дают.
я жить иначе. Словно дикого быка за рога беру удачу. Это бык. У него вымя. Это корова. Правильно, это наша Никора. А чего он за нами бежал? Меня увидела, обрадовалась. Пошли, Никора. А ты, рыцарь, спускайся. Пойдем молоко пить. Настоящее. Не то, что у вас в городе. Скалолаз. Тише! Вот здорово! Да. Пошли. Может, наша помощь понадобится. А может, нам насовсем в скалолазы податься. Вот вырастим, горноспасателями станем. У них вся жизнь сплошной подвиг. А, Петров? Можно. Сейчас. Давай, Ризо! Ори, он опять encore une fois? Ну что? Есть! Молодец! Спускайся, еще раз пройдем до темноты. Ну, я пошла. Давай, не волнуйся. Держи карабин. Главное, плавность движений. Работай больше ногами. Слыхал? Внимательнее просматривай маршрут. Ну, я пошел! Ты куда? Петров! Сними меня отсюда! Мальчик, держись крепче! Володя, покрепись! Вася! Ризо! Петров! Васечкин, держись! Да пусти же, говорю! Пусти! Держись, малыш! Дорогой, я
Петров? Да ты живой, каскадер. Ты живой вроде. Ты чего за веревку-то ухватился? На страху, что ли? Как че? Он же убийца мог. Спасал его, значит, герой. Резу, объясни им попроще. Это называется спускаться дульфером. Вот смотри. Давай, Слава! Иду! Ух, Слава, смотри, не убейся. Лена, а? Лена, ну-ка. Когда я лез, уже Эдельвейс лучше. Видел. Где? А вон там, за расщелиной, видишь? Угу. Есть старинный обычай, по которому Эдельвейс дарит самой красивой девушке. Я бы подарил его тебе, Да ну тебе, ты бы свалился. Собирай свои. Слышал? И французам скажите, что мы уходим в лагерь. О, Чарелло! Чамо ты сахши там иди! Анри! Давайте в лагерь! Я пошел. А может, не надо, а? Эй, Ачарит, спускайся домой, пойдем! Надо, Вася. Еще в лагерь обратно попадем. Все равно он завянет. Пожалуй. Чего зря цветок-то портить? В общем, да. Мы лучше Маше роз нарвем. Она розы очень любит. Точно. Розы ведь тоже опасно рвать. Во-первых, они колючие. А во-вторых, на сторожа можно нарваться. Запросто. Эй, вы откуда, герой? Мы... оттуда. Угу. Есть хотите? Само собой. Ну, пошли. Тебя как зовут, спаситель? Васечкин. Рыцарь – это человек, он без страха и упрека. Здравствуй! Здравствуйте! Как тебя зовут? Манана. Скажи, Манана, тут не проезжали два мальчика на велосипеде? На тандеме. Пили мальчики. Только они не мальчики, они рыцари. А, понятно. Водают. Их все время за кого-то принимают. То за рыцарей, то за хулиганов. Самозванцы. А вот и неправда, они настоящие рыцари. Они нам помогали дом строить. Один даже с нашей коровой сражался. Подумаешь, корова. С коровой я могу, так что я рыцарь? Ну-ну, ты не очень. Я тебя что, трогал? Не бойся, она не бодается. Очень надо бояться. Пусть только попробует. Как дам по рогам. Но. А давно они уехали? Не, час назад. Спасибо. До свидания. Постойте. Они велели всем передать, что в мире нет прекрасней Маши Старцевой. Чего? Это тебя, что ли? Так вот же она. Чего в ней хорошего? Ты Маша Старцева. Да. Спасибо, Манана, ты нам очень помогла. До свидания, Манана. Счастливо, привет. Привет. Пишите письма. До Notre vie repentira lorsque l'amour sera mort. À notre vie, ça. Можно? Mais oui, bien sûr, monsieur. Пожалуйста. Говорят, что нам не повезло в том, что время рыцарей прошло.
что исчезли смелости и отвага. Безнаказанно вокруг гуляет зло, застоялись кони под седлом, ржавчины покрылись меч и шпага. Несите мне доспехи, седлайте мне коня, и даже не желайте мне удачи. Все это ни к чему, поскольку у меня не может просто в жизни быть иначе. Пусть проходит время, не беда, остаются рыцари всегда и всегда готовы ногу встремя. Их не замечают иногда, но хотя проносятся года, рыцари нужны в любое время. Несите мне доспехи, седлайте мне коня, и даже не желайте мне удачи. Все это ни к чему, поскольку у меня не может просто в жизни быть иначе. Где найти ответ? В какой, скажите, книжке? Как докопаться нам до истинной причины? Куда уходят настоящие мальчишки? К чему стремятся настоящие мужчины? Загоняют, сжимают штурвалы, а скалы и рифы царапают днище. Но нет им покоя, всего-то им мало. Чего же им надо? Чего они ищут и где найти ответ? В какой, скажите, книжке? До истинной причины. Куда уходят настоящие мальчишки? К чему стремятся настоящие мужчины? Мы ждем их, слезу утирая украдкой, и тяжесть разлуки плечи мальчишкам. Мужчинам живется не сладко, но жить ожидая, поверьте, не легче. И где найти ответ? В какой, скажите, книжке? Как докопаться нам до истинной причины? Настоящие мужчины. К чему стремятся настоящие мужчины? Не, а Машка все-таки ничего. Симпатичная. И Инна Андреевна тоже. Красивая. Это точно.
Только чуть пожелаю. Смерти спасали. Подождите. Вы говорили, были два мальчика. Ну вот там, что про рыцарей. Да, вот я запомнил там. Несите мне доспехи, седлайте мне коня и даже не желайте мне удачи. Ой, так это же Васечка. Это же Инна Андреевна. А, я слышу что-то знакомое. Тихо, погоди. Так это же Петров. Инна Андреевна, точно, Петров. Ага, Петров. Этот голос мне тоже знаком. Где? Ты что, не узнаешь? Это же мама. А, значит, переживает. Тихо. Это же они за нами приехали. Петров! Так пойдем скорее, мы ей все объясним. Так выпусти же меня отсюда. Она должна нас понять, что рыцари нужны в любое время. Да выпусти же меня, я тебя прошу. Петров! Вась! Вот. Ну вот они, голубчики. Что я вам говорил? Вы что, разбудить не могли? Я же все-таки перевоспитываю. Ну как подвиги? Продвигаются? Сколько уже? Эх, Васечкин, Васечкин. Бонжур. Бонжур. Вы опять что-нибудь натворили? Не спал? Петров. Прокопа, Инна Андреевна. О, quel surprise pour nous, mademoiselle. О, мадемуазель Парфансе. Et c'est un grand surpris de rencontrer une dame si charmante. Oh, monsieur, vous êtes français? Un petit peu. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Rien de sérieux. Oh. On fait du sport. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Понимаешь. Je cherchais mes enfants. Oh, ce sont les vôtres? Oui. Et très bravo. Ouais, je te rappelle Henri, celui-ci, Vasechkin, et la sortie pour sauver Guénin. Oh, c'est des magnifiques. Vraiment? C'est pas mal. C'est trop. C'est trop. Вот, Эдельвейс, отдай ей. Нет, сам сорвал, сам и дари. Да ладно тебе, ты ведь у нас рыцарь. Да какой я рыцарь? Что это у вас? Вот Эдельвейс. Мы тут с Васечкиным сорвали для тебя. Есть древние обычаи, самый красивый. Человека главное не внешность, а внутренность. Слышишь, Васечка? Чего тебе? Дело есть.
В общем так, когда в следующий раз побежите, возьмете меня с собой. Ясно? Я это тоже буду подвиги совершать. Ну, в честь этой вашей Машки. Понятно? Mademoiselle Ina Andreevna avec nous dans le concert. Что может быть печальней, чем комнатный уют, коль ветры странствий дальних на подвиги зовут. Как трудно удержаться и не попасть впросак. Так хочется сражаться, сжимая меч в руках. Кто за славу мчится вскачь, не избегнет неудач и не извлечет из них урока. Кто не ставит славу в грош, Лежевалье, сон, давай, сон, рыквош. Рыцари без страха и упрёла. Но если к приключениям опять тебя влечет такое увлечение, добро не приведет. Легко прослыть героем, трудней героем быть. И звание такое делами заслужить. Я не верила, что есть в мире рыцарство и честь, и была наказана жестоко. Посмотри вокруг, найдешь лишь шевалье, сон, давай, сон, вопрос. Рыцари без страха и упрёка. Мерси, Бакварова. Если что, не камелько, то просим портону. До свидания. Сейчас, по-моему, заглохнет. Ну вот, заглохнет.